Привет, друзья! Отвечаю на ваши самые распространенные вопросы людей, которые проявляют активность в моей группе Instagram, YouTube по поводу въезда в Мексику. Как сейчас из Европы, из наших стран попасть, например, в Мехико-Сити или в Канкун. А, друзья, мы держим всегда руку на пульсе, знаем, что происходит. Самый оптимальный вариант, самый недорогой вариант, и это будет прямой рейс. Авиакомпания Air Mexico летит из Нидерландов прямо в Мехико-Сити, а не в Канкун. Вы, кстати, сэкономите сразу плюс 150 долларов, потому что, вернее, минус 150 долларов, потому что из Канкун до Мехико-Сити как раз билет на одного человека и будет стоить с багажом 150 долларов. То есть вы въезжаете в Нидерланды и дальше уже попадаете в Мехико-Сити. Из Мехико-Сити двигаетесь на границу в Тихуана или в Мехикали. По ситуации с очередями звоните заранее, предварительно подскажем, расскажем, встретим, доставим прямо до американского пограничника. Если вам нужен американский адвокат, у нас есть проверенные люди, на которых мы можем вас отправить. Самое главное, у вас должны быть основания. Обязательно готовьтесь. Удачи вам в эмиграции. Всем всего доброго. Пока. Delta Airlines, Go Intelligent Airlines.